Масштабная прививочная кампания продолжается в Одинцовском округе. Первым компонентом вакцины от коронавируса привито почти 100 тысяч человек. Из них вторым – более 63 тысяч. Ход кампании обсудили участники еженедельного совещания выездной администрации. Отдельно остановились на вакцинации сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений. Сейчас плановый показатель 60% практически достигнут. Глава муниципалитета поручил продолжить эту работу.